Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Пустышечки». Разные всякие интересные. Итак, поехали! Первое, что покажу, это листовой порошок из Фикса. Вот так он выглядит, стоит 149 рублей. Пластины для стирки, здесь их 16 штук, но у них, у каждой пластины, еще посередине есть такая пунктирная линия, можно разорвать напополам. То есть, если вы стираете темные вещи, если вы стираете там цветные вещи, на которых нету пятен, да, то или постельное освежить и так далее, то половинки вполне достаточно. То есть это достаточно экономичный продукт. Очень. У меня для белого белья, некоторые девочки говорили, что не отстирывает. Универсальный, как правило, но универсальные такие отзывы. А вот для белого белья плохих отзывов, по-моему, еще не слышала. Он действительно мощный. Я уже сравнение проводила. Есть ролик пластины Faberlic, пластины из Фикса. И вот эти вот даже лучше носочки отстирали. Поэтому имеет место быть вполне себе за такую цену. Очень классная штука. Но вот я могу похвалить только для белого белья, и другие как бы нет желания больше брать. Я и Faberlic всегда брала для белого белья, и стирала и темные ткани, и все остальное. Все отлично, все прекрасно. Так, что хочу еще сейчас показать. Девчонки, целую коллекцию кондиционеров любимых, не только моих, но уже полюбившихся вам. Леон Aroma Rich. Вот тут у меня целых 3 штуки. Сейчас взяла другой кондиционер, именно бренда Leon, не Aroma Rich. Хочу потестировать, посмотреть, интересно, потому что он в 2 раза дешевле, даже чуть побольше. Первый черный, Джульет он, по-моему, называется. Здесь не написано, поэтому я буду вам по цветам говорить. Тут 400 мл. Формат именно вот таких пакетиков считаю самым удобным, потому что в бутылках, как мы выяснили, и в больших вот таких пакетиках, где накручивается крышка, бодяжит. Бодяжит, разбавляют нещадно. Вот в этих пакетиках по 400 мл не самая выгодная цена, но я его как минимум пополам разбавляю сейчас с водой. И аромат все равно на всю квартиру. Черный понравился, он очень насыщенный. Кто любит сильный аромат на белье, присмотритесь. Но, кстати, все равно пока из всех. Вот первый голубой мой, вот этот, наверное, мне понравился больше всего. Вот пока из всех вот этот понравился больше всего. Здесь у нас какие-то цветочки, вот такой вот голубенький. Вот этот розовый тоже неплохой, но вот у меня он на последнем месте именно по отдушке. Вот именно по отдушке. Черный тоже классный, но вот пока голубой мне понравился больше всего. Так, дальше поехали. Целая коллекция. Это, кстати, кондиционеры, которые имеют реально насыщенную парфюмерную отдушку. Вот реально сильную, крутую, которая остается на вещах после сушки. Которая, когда вы сушите белье, прям просто на всю квартиру и даже до нижних этажей пробивает. Было у меня такое. Поэтому, кто любит деликатные ароматы, это не ваша история. А кто любит насыщенные, говорю, вот я даже пополам с водой разбавляю, и то очень яркий, насыщенный, я люблю, мне нравится. Вот единственное, подобрать, выбрать, уже потестировать свой аромат и покупать его, и радоваться жизни. Целая коллекция лапочки. На Яндекс.Маркете беру в последнее время. Нам очень подходит для Крестюшки, и Ксюшка этим тоже моется. Отличная серия, гипоаллергенная, без сульфатов, парабенов, а крем из этой серии эмолент, я вам уже говорила, эмолент за 100 с чем-то рублей, это вообще что-то удивительное, просто спасает от сухости на ура, просто на ура. Поэтому я в восторге от этой серии, беру сразу по несколько штук, заказываю в запас. Тут у меня детская пена, 2 штуки, это у меня жидкое мыло и средство для подмывания. Я смотрю, что дешевле, жидкое мыло или средство для подмывания, то как бы и беру, не суть, важно вообще и абсолютно не критично. Так, и еще одно жидкое мыло. В общем, серия для детей очень-очень бюджетная и прям обалденная. Я сейчас все пакеты из пакета достану и вам покажу, что тут у меня вообще. Это соль, я вам показывала как-то в покупках, которая вся сыпется у меня тут почему-то уже по всей кухне. 4 пакета было в наборе, крымская соль, по-моему. Или просто, да, крымская соль, сокровище моря, бренд на Wildberries. Вот 4 пакета, они разного объема, с разными ароматами. Была прям что-то за копейки. Вот 1 пакет еще есть, 3 уже израсходовали. Классная, кстати, соль. И стоит очень бюджетно. И разные ароматы. Ну, вообще никаких нареканий в этом плане нету. Так, перкарбонат натрия от Magic Pink.
Вот такой вот закончился. Ну, вообще без перкарбоната натрия сейчас жизнь свою не представляю. Как мы раньше без него обходились, девочки, я не знаю. Потому что что-то очистить, оттереть без усилий, вывести какие-то пятна застарелые, десятилетние, вообще не составляет никакого труда. Magic Pink тоже мощный, как бы вполне себе. Но опять же, смотрю, какой по дешевле в данный момент, тот и беру. Так, скраб для тела, для тела или для головы, я уже забыла. Это для волос, девочки. Травяная маска для волос, детокс со скрабирующим эффектом. У меня и для тела баночки есть, и для головы. Пахнет реально травами, пахнет эфирными какими-то маслами. И он сам по себе такой вот прям маслянистый. Вот так вот он выглядит, зайтун. Он прям по себе сам такой маслянистый. И за счет этого он, в принципе, хорошо распределяется по коже головы. Очищает тоже неплохо. Мне кажется, он параллельно очищает и в то же время волосяные фолликулы питает. Потому что состав достаточно богатый. И вообще продукты в Зайтун в последнее время мне нравятся, очень интересные. Могу смело рекомендовать. Классный, классный продукт, который и отшелушивает все лишнее с кожи головы, да, пробуждает волосяные фолликулы тоже. Он даже слегка немножечко так печет, вот если долго массажировать. Так, дальше маска разогревающая от Аравии для волос. Очень понравилась, девочки, прям вот понравилась. Артикул Б, русская В, 013. Она действительно греет, греет не хуже, чем вот маска Faberlic. Прям греет достаточно долго, минут 20 греет. И сколько она греет, столько я ее носила. Объем здесь большой. Масла есть тоже в составе, поэтому прям да. И волосы после нее тоже преображаются. То есть не только она для кожи головы, но и для длины волос очень хорошо работает. Прям классная штука. Так, дальше поехали. Моя любимая. Освежающая маска для лица от Агафи, освежающая экспресс-маска, вот так она называется, действительно освежает, люблю ее прям в течение всего года на утреннее применение, сейчас вот запасы кончились, надо посмотреть, где подешевле, заказать себе в запас, на утреннее применение, то есть умылись, хорошо лицо очистили, нанесли масочку и прям просыпаешься, отеки все с глазок прям подспадают и вообще с лица, есть у кого-то покалывание, у кого-то пощипывание, у меня легкое пощипывание бывает по лицу, которое быстро проходит. По факту ее, в принципе, можно минут 5-10 носить, и вы увидите моментальное преображение. Очень классная маска. Прям за такие деньги это что-то. Вот что-то это. Так, дальше, девчонки. У меня вот такая зубная паста Colgate закончилась. Нормальная зубная паста была за копейки, поэтому израсходовали и все. Так, Aline шампунь для придания объема. Покупала на рандеву. Шампунь сушит. Он для придания объема, действительно, с ним волосы дольше остаются чистыми, а корни волос действительно объемные, у корней объемчик такой есть, но очень сильно сушит кожу головы. Вот даже могут потом после первого применения начаться шелушение. У меня так было один раз, а потом вот не было. Но я где-то его раз в 10 дней применяла, то есть хорошо вот так почиститься, подсушить волосики и нормально, чаще нет. Так что смотрите аккуратно, если у вас сухая кожа головы, склонная к появлению перхоти, к шелушениям, то нет, это не ваша история. А если прям жирная кожа головы, то рекомендую, хорошая штука, рабочая. Так, дальше поехали. Тушь белорусская, Люкс Визаж XXL. Одна из любимых. Классная, суперская, здоровская. Здесь силиконовая кисточка вот такая вот огромная. Но сейчас нашла тушь лучше, поэтому пока покупку повторять не буду. А так, бюджетная за 200 рублей тушь, которая преображает реснички, просто супер. Но единственный момент, вот раньше я такого не замечала, когда я ей давно-давно пользовалась на постоянной основе, сейчас заметила, она отпечатывается у меня почему-то в последнее время. Когда я ей пользовалась, она у меня отпечатывается, вот летом так было. Поэтому вот так. Так, дальше, пенка от Аравии, классная, которую уже два раза повторяла, вот такая вот розовенькая. Пенка для умывания с муцином улитки и гинка белоба. Классная пенка, у которой обалденный аромат, слушайте, суперский дозатор, сюда можно переливать, он легко откручивается, с этим проблем нет. Вот если у вас есть какой-то гель для умывания, зачем же я тебя выкидываю, радость моя? Если у вас есть какой-то гель для умывания или что-то такое, можно прям перелить, с водичкой разбавить и сделать себе пенку. Я так делала много раз, честно. Потому что я гели, по сути, не люблю, мне больше вот подходит формат пенки. Пенка классная, она прям личиком делает таким свеженьким, тон выравнивает, прям вот не пересушивает, прям увлажняет, бы я даже сказала. Ну вот комфортно, комфортно, классно, суперски. И макияж снимает, если кто не любит мицелляркой, пользоваться тоже на ура.
Так, дальше, девчонки, у меня тонировка для волос 8,76 от Estelle, масочка тонирующая, маска светло-русый. Это достаточно сильная, кстати, маска, но вот для моего цвета она придает легкий оттенок. Если вы совсем блондинка, то прям даже можно разбавить с обычной маской, нанести на волосы, будет красивый оттенок. Это светло-русый, коричнево-фиолетовый. Это что-то по типу того, вот что у меня сейчас на волосах. Вот цвет красивый, но он будет той насыщенности в зависимости от того, какая у вас база. Так, вот эта маска вполне себе годная для тонировки, могу смело рекомендовать. Так, дальше патчи от Alex Skin. Недавно мы их с вами обозревали, использовала. Что могу сказать? Стоят они не бюджетно, но эффект от них хороший. Вот действительно прям поносишь, веко разглаживается, веко увлажненное, все супер, все отлично. Но не бюджетно, не бюджетно. Девочки спрашивали, купила бы я их за свои деньги, если бы не прислали на обзор. Ну, мы с девчонками в Телеграм общаемся вот так вот, вот по чесноку. Так что, если на Телеграм не подписаны, подписывайтесь. Ссылка всегда под видео. Ну, скорее всего, нет, потому что дорого. Но эффект от них реально есть. Так, дальше маска. Aqua Mask. Брала на рандеву. Это бренд вот такой вот Levi Sim. Это такая прикольная розовая масочка. Кремовая. Не могу сказать, что она какие-то чудеса делает. Увлажняет неплохо. Стоит тоже небюджетно. Увлажняет неплохо. Вроде тон выравнивает и выбеливает даже слегка. Но вот что-то такого прям вау сказать не могу. Так. Не последний, нет. CVR. Это мицеллярка, которая просто произвела на меня неизгладимое впечатление. Она нереально, девчонки, крутая. Тоже не бюджетная. Чуть меньше 1000, по-моему, стоит. Ну, надо смотреть, может, где-то на акциях подешевле есть. Я брала на рандеву. Она просто нереальная. Тут написано, что ее даже можно не смывать. Я так попробовала, но в итоге я все равно потом умываюсь пенкой, потому что, ну, так привыкла. Она такой крутой кожу делает, то есть ты смыл макияж, протер лицо, все очистил, и у тебя крутая кожа, тон классный, кожа выглядит обалденно, вот она прям светится изнутри, не знаю за счет чего, физиопюр, она просто обалденная, вот шик, блеск, красота. Так, и маска, которая тоже очень понравилась, что это за бренд? Mary and May. Вот так выглядит Mary and May, девчонки. Вот такая малышка. Это, по-моему, у нас с вами Корея, что ли? В рассылке в корейской, по-моему, приходила. Маска обалденная. Она мне так понравилась. Она такая вот зеленоватая тоже, как бы глинистая, но она так круто очищает, выбеливает в хорошем смысле слова и подтягивает, и все, и увлажняет. Ну, в общем, вот эта маска фурор произвела. Вот так вот Mary and May. На Озоне, мне кажется, они должны быть. Вот, понравилось. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую, всем пока.